Поднялась вода. Поверху пошла моста? Через мост пошла прям. А когда? С 5 на 6 было ночью. И что, это все разнесло? Все разнесло. То есть здесь машины до этого ездили? До этого-то ездили, но сейчас все размылось, а когда ремонтировать, только будет неизвестно. Ага. Да все плиты половину попадали. А вы чем занимаетесь здесь? Да мы металл достаем, который размыло, много осталось. Черноскотовский мост вообще перевернуло его. Да? Закрутило. Ну, висячий. Пешеходный который? Ну, закрутило его. Вот видите, как я это... Вот отсюда уже побоялась, что... Ну, тут вообще-то твердое дно. Вот от это пешком прошла на голую ногу. А что делать? Не вертаться же это. Приехала на дачу и... Видите, еще неделю назад было нормально было. А интенсивное таяние... Вот это привело к этому. Я боюсь, чтобы как бы это тросы не оборвались. Вы знаете, это же этот мост, он соединяет эту деревню. Мы тут 15 лет уже живем без моста. Это очень тяжело. Ну вот такой разлив такой за последние года, может, за последние 10 лет впервые. Единственный пешеходный мост? Единственный, конечно. Нет, ну если через вокруг, ну знаете, из деревни-то ведь печально. Пешком-то ходить. А сейчас вот там огромное дерево. Я не знаю, ну что, может быть, ребятишки сделать, да? С этим. Они там вот... та вторая эта часть, она подтоплена или нет? Она нет, от воды вот столько. Вот так вот. И они вот большую корягу еще там, она вот так стояла. Я говорю, ребята, вы сначала хоть вот эту попробуйте. Они ее храп начали расшатывать. То есть моста не было, да, два дня? Вообще нельзя было прийти, то есть? Нет. Там три дома затопляло. Ага. То есть она зацепилась за дно, да, и за мост? А мы железку выгнали от этого. Там вообще большое было. А ну молодцы, парни. Вот так. То есть три бревна. То есть вот так вот все стояло? Да. Вот этот дом затопило. Все дрова половину туда утащило. Утром приезжая, вода, ну, практически вот до знака вот движения прямо. Ну, до кучек было. Вот мы кучу-то эту перевернули, как раз паводок было. Это и тут же градообразующее предприятие у нас находится. Переработка щебня и всего там, и плиты делают. Машины ездят как бы постоянно. Черноскотово, да. Там гораздо хуже ситуация. А там что с пешеходами? Ну, также вода поднялась и смыла мост практически. Будут восстанавливать его. Как все реки спустятся, критичной обстановки не будет и начнутся восстановительные работы.